За окнами весенний лес летит. Я еду в ленинградской электричке. Напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно, можно в виде брошки. Но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки, как много лишнего мы слышим в дни побед. Да только этой патоке с елеем не очень верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем. А время умножает все на ноль, меняет поколение поколением. И вот войны подлеченная боль приходит лишь весенним обострением. Над этой болью многие кружат, как воронье, как чайки, и так рады, как будто свой кусок урвать хотят бетонно-героической блокады. Я еду в поезде, смотрю на все подряд, в окно на девочку с прекрасными глазами, а за окном солдатики лежат. И прорастает новыми лесами. Проезжаю я зловещие места, там, где человек главное богатство недорог, где еще с войны бойцы лежат по трое на один квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чудные огонечки по болотам, тени по ночам тебе поют, как будто просят и хотят чего-то. Откопай меня, браток, я Вершинин Саня, пятый минометный полк, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах и версий, сейчас послушаешь мою, эх, будет интересней. Начнут они вещать на языке стонов недомолвок, хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорей, умоляю снова, я Маршаников Сергей, родом из-под Пскова. Адресок мой передай в родную сторонку, 18-й квадрат, черная воронка. Под утро все взревет, полетит куда-то и попрет на пулемет в штыковую с матом. И деревья все вверх дном, высрастут коренья в этом славном боевом месте преступления. Расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морошка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей. Скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи» и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях уже вторую передачу Игорь Растеряев. Здравствуйте, дорогие телезрители! Спасибо, Господи, Игорь! Ой, эта песня затрагивает столько внутри, такие струны. Мы забываем постоянно о них. Забываем, что мы, в общем-то, должны быть благодарны этим ребятам.
которые, кости которых буквально рядами, штабелями лежат вокруг нашего города, славного города-героя. Сколько их полегло, сколько еще нам неизвестно. Я думаю, что эти ребята сразу, они прямиком шли в рай, их души, так как они защищали Родину. Сколько крестов на их груди, сколько иконок, молитв. Откапывают сейчас. Вот там в районе, я знаю, Любино поле, Мясной Бор, вот там, где Власовская армия стояла. Мясной Бор — это Новгородская. У нас вот тут Синявино в основном, Любань. В тех краях, да, на границе. Конечно, да. Там защищали же все-таки Петербург, Ленинград наш. А тоже вот хотелось узнать, как она появилась, эта песня. Тоже ехал в электричке? Нет, я ехал в машине. Вот. Ну, тоже из мелодии, как всегда, собственно говоря. Не патриотической. Тематика была изначально не имеющая отношения к войне, скажем так. Вот. Но опять же... То есть у тебя черновики появляются такие, они как... Да это не черновики, это просто мелодия. Ты на какую-то ерунду там едешь и напеваешь. Вот. Вот так интересная передача. Ты из какой-то ерунды такие вещи делаешь... Вещи-то серьезные. Это же мелодия. Мелодия-то и все равно чем быть наполненным. Как бы она настроение только может задать. Вот, настроение. А то там уж текстом это дополнит. Образ. Ну да. Наверное, так. Ну и сейчас это актуально. Вот у нас скоро 22 июня. Вот такая дата печальная. Но в то же время... Радостное. Господь попустил нам войну эту. Открылись храмы. Вообще много чего изменилось в нашей стране. Я думаю, что много было пересмотрено, и многие обратились к Богу благодаря войне. Что молились все. Молились солдаты, молились матери. Вся страна молилась, на самом деле. Же облетали с иконой Урюпинской Божьей Матери. Сталинград, да? Вот. И Казанские иконы Божьей Матери, Санкт-Петербург, улетали, Ленинград. Урюпинская Божья Мать — это такая сильная мать. Я когда в Урюпинске был, тоже ее видел. Видел. Прикладывался. Ну, по-моему, да. Это было давно. Мы вообще за свитерами туда ездили, за носками. Там же вот этот козий пух, там же памятник козе у них стоит на площади. А он же весь Урюпинск держится за счет козьего пуха. Там зарабатывал, что ли? А? Зарабатывал? Нет, мы ездили на экскурсию и прикупить себе, на рыбалку ездить, вот, чтобы козий вот свитер был. И заодно к Божьей Матери приложились, да? Да, ну и там абрикосы на улицах растут. Там хороший город такой, 170 километров просто севернее наших мест волгоградских. Вот, река Хопер. Я там раза, наверное, два был. Нет, три, вот с концертом еще мы туда ездили. По местам боевой славы? Да там, собственно говоря, там войны-то не было. Своей? А, ну да, 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 да. Такой хороший город. Вот. Что это мы за Урюпинск? А, про Божью Матерь. Ну вот. Да, так что такое было, наверное. Ну, будем помнить наших воинов обязательно. У меня отец воевал, и мать воевала. Так что и много рассказывали, и отец рассказывал. Как им приходилось, как он... Утром вставал, отрывал голову, голова примерзала к земле. Не оторвать было голову, волосы. Потому что... И так 4 года в окопах провел. Волосы, и ни разу не болели никакими простудными заболеваниями. Спали вот на улице, в землянках. Познакомились там на войне. И отец у меня, который передалось мне, он самодеятельность организовал в окопах. То есть были между боями, они брали мандолины, гитары, баяны, аккордеоны. Где-нибудь у немцев там отобьют какой-нибудь аккордеончик. И там, пели песни в окопах. Песня помогала. А сейчас, мне кажется, песня, она именно призывает вспомнить это все.
напоминают. Мне нельзя об этом забывать. Ну, так об этом, мне кажется, особо-то не забывают. По крайней мере, такое мощное поисковое движение, как именно у нас здесь, в Питере, вот под Ленинградом. У нас очень же основные места, где вот они работают. Со всей страны же именно к нам едут сюда вот копать. Поэтому стараемся... Тут есть места, где... Стараемся каждый год именно вот так вот выступать перед этими ребятами. Каждый шаг — это куда ты наступаешь. Да, ну, это вот у меня друзья в 90-е были, они занимались, копали. Вот как раз это его прямая речь про каску. Вот. Постоянно там какие-то выкапывали. Один раз шли с ними, они говорят, ткни в любое место. Я ткнул, они так раз огородили, полтора на полтора вниз копнули. Вот этот стол, горка. Патроны, гильзы, какое-то железо перекореженное, что-то такое. Тут вся земля нашпигована. Тут Лужский район, как раз вот где-то там Кемка, река. Я туда шел за форелью вообще, а они шли копать. Там какой-то танк нашли в лесу. Ну, то есть у нас были разные задачи. Ну, вот, значит, я увидел воочию. Все время за козьим пухом поедешь. Боже, матерь положишься. Поехал туда, песню сочинил. Не, песню это многие годы позже. Просто это вот тогда, когда они мне рассказывали. Ассоциации, да. Вот это, конечно, повлияло здорово. И эти росказни, как там они ходят, вагончики в полях стучат, там вот шаги вот вокруг палатки. Это все они мне вот рассказывали, да, подлинно. Одного уже нет в живых, к сожалению. Вот, а второй вот в Германии. А у тебя что-нибудь есть еще про войну? Так, про войну? Ну, чтобы вспомнить, да. В смысле песни? Да, песни. А у меня, вы знаете, что есть про войну? У меня самое последнее, что есть про войну, это стихотворение. Вот вы как раз рассказывали, что они не болели, да, ваши? Ну, да. И то, что там волосы отрывали. Вот у меня... Был дедушка, такой он не родной был, но я с ним вырос в детстве. Вот он тоже конец войны застал, он 26-го года был, и рассказал, как он переплывал вот этот вот Одер, или там Вислу, я уже не помню, что вот март, льдины шли, и они туда-то они переплыли, а вылезти из воды им не дали, вот пулеметчик строчил, и они вот так вот лежали, только что вот дышать можно было, вот, а по ногам вот льдины еще вот, по мелководью вот, перекатывались. И сутки вот они лежали, в воде, да, в кто высовывался, тех срезало очередью. Вот. И вот они всю ночь, то есть до ночи лежали, и после этого тоже, говорит, никто не заболел. Вот. Это не песня, это стихотворение. Называется оно «Дед Агван». Вот. Я его, если не против, сейчас пожалуйста, зачитаю. «Я не видал родных дедов и видеть мог едва ли. Все до рождения моего они поумирали. Но я не обделен судьбой, я все равно счастливый. Был рядом дед, пусть не родной, но горячо любимый. Он был не русский, из армян, из деревни, из народа. Агван Тиграныч Григорян, 26-го года. Он был герой и ветеран, такой, что прямо из книжки, для всех. А я ему кидал за шиворот ледышки. Я про войну все с детства знал. Ведь дед без всякой лажи мне каждый день преподавал с тарелкой манной каши. Все было так. Он мирно пас овец у Арарата. И вдруг взяла, пошла на нас немецкая армада. Чтобы ни русских, ни армян здесь не было в природе. Но тут подъехал дед Агван, и он был резко против. Подъехал, правда, не один. Стекались, словно реки, туда и тысячи грузин, казахи и узбеки. Разноязыкую толпой они в окопы сели. И в тех окопах всей гурьбой мгновенно обрусели. Вместо овец на этот раз другие были звери. И дед в прицел свой тигра пас. Крутил хвоста пантере. По-русски с ним общение шло сперва не идеально, но фразу «башню сорвало» он понимал буквально. Я с дедом мог тарелки три съедать той самой каши, внимая, как они пошли на запад пешим маршем. И, как всегда, в который раз в итоге накидали. А дальше шел такой рассказ, как в слезном сериале. Берлин, апрель. Земля дрожит, снаряды, пули градом, и дед по улице бежит с трофейным автоматом. Кругом разбитые дома, как гор кавказских гребней. С собой у деда 5 гранат. Вдруг глядь, на куче щебня лежит, скулит от страшных ран. Один, как щепка в шторме, такой же, как и он, пацан, но лишь в немецкой форме. И тычет деду на окно, руками объясняет, что он у дома своего лежит и помирает. Что там родители его, что он берлинский, местный. Его войною домело до своего подъезда. И дед поверх своих поклаж, хоть был не сильный самый, взвалил его и на этаж, туда, где папа с мамой. Где взрывом балку повело, где теплится лампада.
Встречайте фрау своего немецкого солдата. Дед, говоря про этот миг, вдруг сразу изменялся. Про страшный материнский крик, про то, как там остался, как в кухне, где горел шандал, воды ему нагрели, как с грязью ненависть смывал за годы и недели, как спал на белых простынях среди войны и ада и видел сны о мирных днях в долине Арарата, как утром снова он пошел к победной близкой дате, услышав сзади «Данкишон», ответив им «Прощайте». Тут я перебивал всегда, дослушивал едва ли. «Дедуня, что за ерунда? Давай, как вы стреляли. Давай, как ты горел в огне, чуть не погиб на мине. Неинтересно было мне про простыни в Берлине». Но дед что-то замолкал, шел за добавкой к каше и кашу снова в рот толкал, чтоб стал быстрее, а старше. Его уж нет, а я большой. И вдруг я докумекал. В тот день был самый главный бой за звание человека. Спасибо, Господи. У меня отец тоже рассказывал, его контузило. В общем, он рассказывал, что они изображали, что их много. Был окоп, и они бегали, значит, фашисты, они бегали с места на место и стреляли, как будто была большая цепь. Трое суток. Кричали «Ура!», значит. Он охрип, и в итоге взорвался снаряд, его контузило. В общем, он потерял сознание, и все. Очнулся он, открывает глаза, зеркала, так как здесь, вот все белое, все красивое. Он лежит на простынях. Вот, оказывается, он трое суток лежал, значит, вот после контузии, занесли их в дом. Наши подошли уже, они изображали, что их много. Потом, когда наши подошли, пошли в атаку. Ну да. Вот. И он вот, рассказывал мне, как он думал, что он в рай попал. Ага. Открывай глаза. Такая вся красота, все белые простыни, он лежал на белых простынях. Да, на такой... самом деле, в этом стихотворении, что еще удивительно, туда же оно как стихотворение, оно не всю историю включило. Так-то, на самом деле, там было еще интереснее. Угу. То есть, дед не сам же остался, на самом-то деле, у немцев. Угу. То есть, эти немцы, как он принес их сынка домой, да, взяли деда, пришли в расположение его части, угу, я там в Берлине квартировали, к его командиру. И сказали: «Дорогой командир, вот ваш сын только что спас нашего немецкого солдата. Не отпустишь ли ты его на сутки к нам, хоть он чтоб отмылся и поспал?» И командир советский наш его отпустил. Ничего на сутки. То есть, на самом деле, история еще круче. То есть человек, который мог бы и расстрелять его, да, все, он проникся поступком. Он отпустил. Вот как было на самом деле. Просто в стихе из-за того, что он ограниченное непосредственно, объем, да? Вот, ты там все это не будешь впихивать. Ты там главное только стараешься. Вот. И, кстати, что вот вы потом рассказывали, как вот они шли обратно. Кстати, из всего полка после победы до России дошел только дед и еще один парень. Вот, или дивизион, ну вот сколько вот может остановиться, вот я не знаю, батальон, ну очень много, короче, их шло, я не разбираюсь. В общем, все в Польше погибли от паленой водки. Они шли вот пешим маршем обратно, не только на запад, но и на восток. И шли люди такие, кавалеры, полные кавалеры орденов славы там шли. И вот они в каком-то польском доме зашли и останавливались, ну и, естественно, начиналось отмечание победы, там, конца дня, похода. И дед говорит, что единственный, кто не пил, это был он и еще один молодой русский пацан, которые были бессменными часовыми. То есть они днем шли, а ночью стояли на часах. То есть им, не давали спать и, соответственно, не давали пить. Вот, и это их и спасло, то, что они не спали, но и не пили. Вот, и один раз они в какой-то польской деревне там нашли самогон, и под утро, он говорит, стоим, слышим вот какие-то вот хрипы такие. И открывают дверь, и все вот люди, вот эти герои, которые все видели, они в лёжку вот травлёные. И наутро закопали всех, и дальше, собственно говоря, вот уже пошли домой. То есть вот такая... Печальная история. Такая история. Я хотел бы повторить, я уже пел какую-то передачу, песню Булата Акуджавы. Я вообще свои песни, пою только свои песни. Ты, наверное, тоже свои практически, да? Стараешься. Стараюсь. Она называется «Шла война к тому Берлину». Mm-hmm. Не слышал такую песню? Слышал. Да?
война к тому Берлину. Шел боец на тот Берлин. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Шел немедленно, не быстро, не жалел солдатских ног. Матушка, ударил выстрел, покачнулся твой сынок. Матушка, ударил выстрел, покачнулся твой сынок. Опрокинулся на спину и застыл среди осин. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Шла война к тому Берлину, шел боец на тот Берлин. Шел боец на тот Берлин. Шел боец на тот Берлин. Спасибо. Такая песня. Ну, в настроение бывает попадают песни. Ну, если уж тут про Берлин, да, про войну, я спою так другую песню, которая называется «Рожок». Она посвящается Первой мировой войне германской. Вот. Ну, чтобы как бы перекликались. Ну, русским. Либо мы победили. Да. Разбудил рожок нас поутру, не к добру, не к добру. Знать зовет чужую сторону, позабыть про плуг и барану, воевать, воевать германскую войну. Наши шашки всех германских злей, вот идем меж полей, а за следом бьется соловей. Все дишканит нам про родный дом, все поет нам про хопер, медведицу и дон. Где-то меня пуля секанет через час, через год, а вокруг никто и не поймет, что не я свалился в колоски, что не я, это мир распался на куски. Буду я на облачке сидеть, да оттуда глядеть, как внизу дерутся жизнь и смерть, как другого музыкой обжег, в чистом поле снова заливается рожок. Разбудил рожок нас поутру, не к добру, не к добру. Знать зовет чужую сторону, позабыть про плуг и барану, воевать, воевать германскую войну. Спасибо, Господи. Вам хотелось, ну так как мы находимся на телеканале «Союз», на территории Александра Невской лавры, вот хотелось бы, ну, это же православный канал, хотелось просто спросить, ну, так традиционно,
Как твое отношение вот, к православной вере? И... Очень положительное. Положительное. Сам я человек православный. Ну, как бы... Правильно, славим Господа, да, православный? Ага. В переводе. А сестра у меня еще православнее. Вот она прямо такая, и муж ее. Он же вот служил на Валааме. Вот. И, кстати, стихотворение вот про деда, которое я рассказывал, оно родилось именно на Валааме. Вот. То есть мне, кстати, вот про то, что сподвигает, да, вот мы разговаривали, там, песни писать. Вот мне давно говорили, что Валаам такая земля, где вот ты туда приедешь, там, ого-го, вдохновишься. Вот. Но я как бы не очень к этому, ну, как сказать, ну, у меня это мало связано. Вот. Но именно на Валааме родились последние строчки вот, про человека и вообще вот идея, такой стих вот про деда. Потому что жили мы в гостинице с сестрой, муж у нее служил там, в части ПВО. Вот. И мы жили в гостинице, где был раньше... дом инвалидов войны. Вот да, эти вот самые так. Самовары. Их же туда ссылали, чтобы их никто не видел. Да, да. Вот. На сладках и, тоже было. Да, и вот такая вот... Сейчас сделали такую милую гостиницу, такая очень красивая. Все. Я вот представлял, как вот это вот тут... Кто тут жил. И вот как-то вот эти вот мысли. А еще лето, жара, такая классная погода была. Очень Ладога прогрелась, мы купались. Вот. И вот это почему-то вот, вот как-то вот толкнуло на эту историю. Так что такие дела. Думаю, сижу и думаю, откуда в таком там, парне с полосатой футболки такие мысли, такие чувства, такие образы. А вот жанр твой, в котором ты работаешь, живешь. Так я не думаю, что ты... Как он называется? Не знаю. Я думаю, может быть, ну, исходя из того, что я надеюсь, что все-таки это песня, а я автор, я думаю, что, может быть, это авторская песня. Вот. Стихи ну, под гармонию. Наверное. Да? Ну, по крайней мере, по-другому как-то сложно мне назвать. Не знаю, жанр. Некоторые из-за того, что это гармошка, почему-то уверены, что это что-то нечто фольклорное. То есть, эх, и темы такие, как сказать, Россия, война, да, там, патриотика. То есть, очень четкое есть у некоторых людей видение, что это нечто фольклорно, лубочно такое. Чуть ли там несколько раз предлагали, спрашивали, почему не в лаптях выступаю, не в красной рубахе. Вот поначалу особенно. Вот. То есть, у людей вообще к гармошке отношение довольно... Ну, гармошка это... Как на Масленицу один раз позвали, говорят, Игорь, приезжай на Масленицу. Да нет, ты не подумай, все как ты любишь, бухло, драки. Ну, то есть, вот что-то из этой оперы. Вот. Но со всеми все не выпьешь и все не съешь. Тем более я уже вообще не пью уже сколько будет. 13 лет. Так что такие дела. Да, серьезно. Ну, к сожалению, вот передача-то заканчивается. А жалко. Пролетело. Только раскочегарились, батюшка Анатолий. Я не знал, на чем мы закончим. Хотелось какую-то поставить жирную точку, но не получается. Наверное, может быть, еще как-нибудь встретимся. Ну, продолжим общаться. Я с удовольствием. Общаться. Будем дружить. Дорогие мои, к сожалению, вот мы с вами прощаемся. С нами был Игорь Растеряев и передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Боже всем помощи и ангела-хранителя на ваших жизненных путях. Спасибо, Господи. Спасибо большое. Быть добру.